сейчас что снимаешь? Видео сферическое. То же самое. Ну, в смысле, набережную, да? Набережную, да? А я все вокруг снимаю сейчас. Ясно. Вообще все. Это, ты смотрю, серьезная штука, да? Техника. Наверное. А? Наверное, я не знаю. Ну ладно, счастливо. Стояло 4 крана. Они приходили в вагон с лесом, как и с колесобазом, на рыбе там работали. А чтобы было понятно и ясно, работало 3 тепловоза. Было путей 19-20, еще с циклами зеленец еще вагоны отставляли. Ну, знаете, какая была тут эта? Ну а сейчас все на рыбку ориентировано. А сейчас Архангельск колесобаза как не стало. Эти вот москвичи пришли, МТК опять же, МТК, что-то такое. И все, короче. Все нарушили. Единственное здание, он трехэтажное, он кирпичное, слева от вас. Осталось, все. Блин, а и правда еще самое главное, они все огородили. Да, я заметил. Недавно, год назад еще ездили туда, на берег, а сейчас все. Вот. В свое время тут, когда разрешали, на пауки ловили, в свое время. Здесь Ганс назывался, портал Ганс. Но зато в то время церкви вот это не было. Вон тех вот вон построек, которые вон слева там. Да. Ладно, побежал. Видите, как я быстро вас загнал? Да вообще. У меня на машине подвесили. Да, вот. Да. Да.